побережье. И ну, честно, не знаю, как это делать. Вот так все думаю.
там на вершине камня вот такое отверстие, выточенное круглое. Зачем оно выполняется? Вот эта палка торчала из камня, когда я залез на него. Пускай себе торчит дальше. Камень теплый? Да. Приятно, что он лежал, так теплый. Вот так вот. Вот так мы расположились лагерем. В скучном лугу с разрешения хозяев. Чем ближе к кустам, чем больше кустов, тем больше комаров, так сказал хозяин с улыбкой. Вдали виднеется маяк. Солнце заходит в тучи. Ночью намечается дождик. Вечереет. Он улиток кушай. Да? Не, я ему говорю, кушай улиток. Да, их тут много, и вкусные они. Мяско. Петя, слышишь? Пошел дождик. Так я же обещал. А комары как поют.